Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вы знаете, я думаю, что ваш вопрос, он такой максимально общий. Вот. Дело в том, что в зависимости от школы своей, то есть в зависимости от того, в какой школе работает психолог, вот, вам будут даваться разные рекомендации, вам будут даваться разные советы, вот, к сожалению или к счастью, этого я сказать не могу однозначно, вот, но правда она в этом. Правда в том, что вот так, как правило, бывает. И что важно понимать, то что, ну, в принципе, каждый из подходов, он, в принципе, ну, имеет место на жизнь, имеет право на жизнь. Вот, и, соответственно, когнитивная психотерапия, когнитивная психология дают одни рекомендации, да, соответственно, психоаналитики дают другие рекомендации, вот, арт-терапевты дают третьи рекомендации, то есть вариантов очень много, на самом деле. Вот. И, ну, наверное, с ребенком рекомендуется все же использовать клиент-центрированный подход больше. Гештальт, вот можно в гештальт подходе больше смотреть. И можно использовать игротерапию. Но важно понимать такой момент, что тот факт, что ребенок психует и не хочет продолжать занятия, а говорит о наличии определенных проблем у него в семье. Вот. И нужно смотреть на поведение ребенка в целом. То есть, если это, например, в целом человек, который, ну, например, достаточно сдержанно себя ведет, то это одно. Если это человек, который ведет себя не сдержанно, это другой аспект. Поэтому тут вот есть, на мой взгляд, ну, важно. Здесь есть важный аспект, вот этот вот. Вот, необходимо полностью, как можно более полно, точнее, смотреть на ситуацию, которая происходит у ребенка в семье, вот, и пообщаться с родителями.
Для этого, в принципе, например, вы сами можете использовать детского психолога, то есть это обязанность детского психолога. Вот. Я, правда, не знаю, в школе ли вы работаете или на дому, но если на дому, то просто поговорить с родителями не будет лишним. А если в школе, то вот собственно имеет смысл, значит, привлечь детского психолога, вот, к работе, потому что самостоятельно вы можете не справиться самостоятельно. Вот, самостоятельно может быть тяжело в этом ключе действовать вам. А отвлекать ребенка я бы не рекомендовал, потому что таким образом он получает вторичную выгоду от своих действий, и, соответственно, ему становится просто полезно вести себя так, как он ведет. Ничего хорошего в этом для него нет. Теперь пару слов скажу про реакцию. То есть нужно понимать, что, да, что если сколько с вами ребенок проводит время, да, ну, там, пусть это будет, пусть с вами ребенок проводит, ну, час, 2 часа, 3 часа, да, все остальное время он проводит в семье, соответственно, если вы ему даже поможете, то есть большая вероятность, что, оказавшись обратно, ну, снова в среде, где есть негатив, вот, человек будет откинут. В своих шагах, вот. Ну, откинут, я имею в виду, вот, отброшен, то есть он вот с вами, ну, что-то сможет, да, а потом опять окажется отброшен привычную среду. Поэтому без работы с этимологией, без работы с периферией, либо вам самой, если вы чувствуете в себе ресурсы как социальный работник, либо с привлечением детского психолога, вот, если у вас, ну, есть вот подобная возможность, это необходимо, иначе просто лишено какого-либо смысла, в принципе, то, что вы делаете, ну, в смысле, вот, ваша активность. Если мы говорим про то, как реагировать, то я бы сказал следующее.
что, на мой взгляд, одной из, но не единственной, конечно, реакции или способом реакции может быть выражение ваших чувств. То есть, если вы скажете, донесете до ребенка свои переживания, что, например, вам ну, допустим, вам неприятно, допустим, вам трудно, допустим, вам тяжело, допустим, вам обидно, допустим, и так далее, вам тревожно, вам страшно, допустим. То есть, если вы будете искренне, если вы будете с собой в этом моменте, дети хорошо чувствуют эмоции, дети хорошо чувствуют настоящие эмоции, искренность. И если вы сможете выразить свои проживания искренне, то это возымеет эффект. А может быть, эффект не совсем такой, какой вы бы хотели. Важно понимать, что, скорее всего, ребенок будет реагировать своими чувствами, скорее всего, ваше проявление будет способствовать проявлению у ребенка его чувств, которые он, может быть, ранее сдерживал. Поэтому реакция может быть неожиданная. Здесь, по моему мнению, лучше не пугаться, не бояться. Вот. Потому что ну, страшного, скорее всего, ничего не произойдет между вами. Вот, ребенок вас там, не знаю, не побьет, не покусает, ничего, вот. Если только уж совсем не экстремальная какая-то история. Вот. Да, но, как бы... Это может поспособствовать его выражению его переживаний каких-то. И, соответственно, может поспособствовать, вот, я бы сказал, проявлению вашего, проявлению вашего контакта, выражению вашего контакта. Вот. При условии, понятно, что вы этого хотите. Да, то есть тут. При условии, что вам это, ну, грубо говоря, нужно. То есть, если вы этого хотите, если вам это нужно, если вы, если вам это необходимо, то, соответственно, это будет. Вот. Другой вопрос, если вам нужно что-то другое, ну, вот это уже момент
Это уже момент несколько отличающийся. Да, это уже момент несколько другой. Надеюсь, вы это понимаете. Ну, надеюсь, вы это понимаете. Вот, пожалуй, такой ответ, пожалуй, вот так бы я мог вам ответить на вопрос. То есть вот таким образом я мог бы вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вы пишете, что вы молодой учитель. Вот. Я думаю, что если вы решите выражать свои чувства, да, если вы решите выражать свои эмоции, ну, вот, ребенку в том числе, но не имеете такого опыта, то, вероятно, вам понадобится помощь, поэтому имеет смысл обратиться к психологу, психотерапевту, вот, и поработать с этим. То есть, ну, психотерапевт, он поможет вам научиться адекватно выражать свои эмоции, вот, не травмируя при этом себя, не травмируя при этом ребенка, вот. Ну, может быть, еще больше там, вот. Ну, не нанося ему вред, еще больше вред не нанося ему, чтобы не наносить ему еще больше вред. И вам будет проще, потому что вас это не будет как-то дезориентировать, вот, потому что, ну, понятно, что я могу ошибаться, но мне показалось, что вы несколько теряетесь, когда происходит подобное, и ребенок вот психует там и так далее. Вот. Существуют и классические, конечно, моменты, ну, я имею в виду классические моменты. Это и игра, это и какие-то расслабляющие мероприятия, вот, там, во время или промежутки между, ну, занятиями, грубо говоря. Но это все, на мой взгляд, не основное. Основное все-таки это вот именно то, что я постарался озвучить вам. Это, мне кажется, ну, это, мне кажется, важно. Вот. Такой ответ вам хотел бы я дать, вот, пока что. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно, вам
Надеюсь, что вы получили пищу для размышлений. Вот, надеюсь, что вы дадите обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам продвигаться немножко, позволит вам двигаться дальше, двигаться вперед. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам успехов в вашей работе, вот. Но не стесняйтесь обращаться за помощью, вы молодец, что сейчас обратились, но как бы все-таки вот немного больше информации, если бы вы предоставили, было бы совсем хорошо. Если бы вы решили как-то вот, знаете, полноценно, что ли, поговорить. Вот. Именно вот полноценно поисследовать вот эти моменты, которые вас тревожат, волнуют, беспокоят. Удачи вам, удачи, всего самого доброго.